Мы умеем не только строить. Цитата победителя известного музыкального проекта «Ну-ка все вместе» Фарука Хасанова разлетелась по всему таджикскому сегменту социальных сетей в одночасье, сделав его национальной гордостью и народным любимцем. Впервые этот молодой амбициозный исполнитель заявил о себе еще 4 года назад в телепроекте «Центральная Азия. Ищет таланты». Это стало началом его признания на большой сцене. Не меньшую известность в социальных сетях ему принесли также и каверы на популярные песни под аккомпанемент гитары и скрипки. Но настоящая слава и всенародная любовь на родине на Фаруха обрушилась после участия в музыкальном шоу «Ну-ка все вместе». Его улыбку и необычное звучание отметили профессиональные музыканты. Восточные мотивы звучали в каждом его выступлении. Ну а желание в исполнении делать что-то новое и свое принесли таджикскому артисту долгожданную победу, которую он посвятил любимому Таджикистану.